Партнер рубрики «Компания МТС». Блогер Вергис обращается к чиновникам из Самарского трамвайно-троллейбусного управления. «Уважаемые господа, всего через неделю Самарскому трамваю исполнится 100 лет. Они могли бы в честь такой великой даты позвать себе в гости блогеров, как это сделали, например, несколько дней назад ваши коллеги по перевозке пассажиров из автобусной компании «Рейс». А что мешает вашим руководителям тоже встретиться с ЖЖ-юзерами, сводить их в депо, покатать на трамвае, рассказать о вашем закулисье? Мы не кусаемся, было бы здорово», – отмечает автор поста. Блогер-предатор Самара считает, что самарцам следует изменить свое отношение к снежной проблеме. «Мы вечно скулим и жалуемся на уборку снега, что повсюду сугробы, городские власти не чухаются, в мупах сидят одни раздолбаи, а в ТСЖ жулики. А на самом деле я хочу заявить, что мы, самарцы, сильно зажрались. Просто потому, что снега в Самаре нет. Все познается в сравнении. Вот такие чудесные фотки прислал мой френд из Сахалина. И там живут и не жалуются. И вся работа местных коммунальщиков заключается в рытье тоннелей. Так что наслаждаемся, ребята», – иронизирует автор поста. Блогер «Студсовет 163» рассказал, что с 13 по 15 февраля на базе Самарского аэрокоса прошел первый всероссийский молодежный фестиваль-конкурс эстрадных миниатюр МКС-2015. В нем принимали участие 6 команд, представляющих Москву, Воронеж, Новосибирск и Самару. Ребята показали, на что способны, продемонстрировали потрясающие номера. Каждая постановка оказалась уникальной и неповторима, оригинально и интересно, необычно и креативно. Победителем первого конкурса стали гости из Новосибирска. Они на протяжении всего фестиваля удивляли, поражали, восхищали всех гостей и жюри, а зрители не уставали аплодировать и пребывать в отличном, позитивном настроении, добавляет автор поста.